21 век – эпоха микроэлектроники. С каждым годом гаджеты становятся все меньше и легче. Сегодня ученые всего мира ищут новые материалы для электронных компонентов, чтобы совершить технологический переворот. И, возможно, этот переворот будет связан с именем питерского ученого Сергея Арсеньевича Кукушкина. Сергей Арсеньевич Кукушкин – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией Института проблем машиноведения, лауреат премии имени Иоффе. Мы первые в России сделали светодиод на кремнии, макет. Вот, пожалуйста. Значит, здесь у нас был первый, он горит еле-еле синим цветом, совсем не видно. И вот через какое-то время мы сделали уже, значит, мы можем и зеленый, и фиолетовый сделать, и синий. Вот макет светодиода совместно с коллегами из физтеха. Светодиоды прочно вошли в нашу жизнь. Из чего они сделаны и почему они светятся? Вообще диод – это полупроводниковый элемент. В нем соединены две тонкие пластины из разных материалов. В одной из этих пластин – переизбыток электронов, в другой – их недостаток. И между ними возникает так называемый PN-переход. Диод действует как выключатель и пропускает ток в зависимости от полярности приложенного напряжения. Это его свойство широко применяется в современной микроэлектронике. Полупроводники есть в каждом телефоне, компьютере, бытовой технике. Но вернемся к светодиодам. В некоторых случаях при подаче напряжения полупроводник начинает светиться. Причем цвет этого свечения зависит от материалов, из которых сделаны электроды. Впервые этот эффект открыли в начале 20 века. Большой вклад в объяснение электролюминесценции сделал советский физик Олег Лосев. Но поначалу мало кто понимал значение данного открытия, и серьезные исследования начались значительно позже. Первые светодиоды появились в начале 60-х годов, но производство было таким сложным, что еще 10 лет они оставались очень дорогими – около 200 долларов за штуку. Сегодня они стали значительно дешевле, в основном благодаря появлению новых материалов. Среди этих материалов можно выделить нитрит галлия. Нитрит галлия – соединение галлия и азота. Широко используется для создания полупроводниковых лазеров, сверхвысокочастотных транзисторов и светодиодов. Производство светодиодов бурно развивается во всем мире. Это один из самых быстро растущих рынков десятилетия. Сегодня для получения полупроводникового элемента тонкая пленка нитрида галлия выращивается на специальной подложке, в качестве которой обычно используют сапфир. Сапфир, во-первых, является диэлектриком и плохо проводит тепло. Поэтому, когда выращивают пленки, приборы работают весьма интенсивно, то выделяется тепло, и это тепло портит структуру нитрида галлия. Кроме того, самым важным моментом является стыковка электроники, нитрид галлиевый, с кремнием электроники. Кремний – наиболее распространенный элемент в природе, и все полупроводники в основном работают на кремнии. Таким образом, необходимо найти новый материал для подложки, на котором можно выращивать нитрит галлия. И оптимальным вариантом является подложка из кремния, так как именно из него делается большая часть современной электроники. Но тут есть проблема. У нитрида галлия атомная решетка шестиугольная, а у кремния кубическая. И они как два куска головоломки, которые не подходят друг другу. Поэтому необходим некий промежуточный материал, который бы сочетался и с тем, и с другим. И таким материалом является карбид кремния. Карбид кремния – это соединение кремния с углеродом. В природе встречается крайне редко, и практически весь карбид кремния производится искусственно. Уникален тем, что его атомная решетка при одном и том же составе может принимать разную форму. Одно из главных свойств карбида кремния – это его твердость. По сути, он лишь немногим уступает алмазу, и благодаря этому карбид кремния широко используется там, где необходима прочность – в режущих инструментах, автомобильных запчастях, в энергетике. История применения карбида кремния началась в конце 19 века, когда он впервые был получен искусственно.
Но лишь в середине века 20-го заговорили о том, что этот материал может подойти для электронных компонентов. Впервые методика выращивания объемных кристаллов карбида кремния была разработана в Ленинграде профессором ЛЭТИ Юрием Михайловичем Таировым в 1978 году. Данный метод получил название «метод ЛЭТИ» и до сегодняшнего дня применяется во всем мире. Он позволяет вырастить большие объемные слитки карбида кремния. В чем же преимущество этого материала? Если электронные компоненты создавать на карбиде кремния, то они будут надежнее, смогут стабильно работать при высоких температурах и даже радиации, что особенно важно для атомной промышленности, а также космической отрасли. К примеру, спутники постоянно подвергаются воздействию радиации, что влияет на их электронные компоненты и сокращает срок службы. Но сегодня широкое использование карбида кремния сильно затруднено. Его производят всего несколько мировых компаний, и он очень дорогой. Основные производства карбида кремния находятся в Соединенных Штатах. Хотя сейчас и Китай начинает, и Швеция. И проблема в карбиде заключается в том, что стандартный метод выращивания потребляет очень много электричества. Кристаллы растут при температуре 2000 градусов. Маленькая тесная лаборатория в полуподвальном помещении на Васильевском острове. Здесь Сергей Арсеньевич Кукушкин со своей командой разрабатывает новую технологию выращивания карбида кремния, которая в ближайшее время может изменить рынок микроэлектроники. Такого никто не может в мире сделать. У нас пластина диаметром 6 дюймов есть. Она однородна, очень хорошего качества. На этой пластине можно делать 6-дюймовый слой нитрида галлия и продавать. Такого в мире никто не делает. У нас была первая публикация и патенты на этот счет. Если бы был кремний большего размера, 8 дюймов, мы тоже могли бы сделать нам еще больше. В чем же уникальность метода питерских ученых? Если выращивать карбид кремния на кремнии стандартным образом, то получится атомная решетка кубической формы, что не подходит для нитрида галлия. Такие эксперименты проводились давно, но из-за различия параметров решеток на поверхности пленки возникали трещины. Поэтому появилась необходимость в радикально новом методе выращивания карбида кремния. У меня отец был геолог, и у меня много различного рода камней. И у меня есть дома затвердевшее дерево, в котором полностью его слои все, годовые кольца, все было полностью превратились в камни, все клетки. Без разрушения структуры. Процесс очень нетривиальный, и в принципе этот процесс может быть широко применен для других систем. То есть мы стали мечтать, как бы нам вынуть атомы кремния, часть атомов, из самой подложки кремния и заместить на углерод, без разрушения его основы. Открытие произошло почти случайно. Сергей Арсеньевич интуитивно предположил, что можно соединить кремний с углеродом с помощью нагрева в печи. С точки зрения химии никакой реакции не должно было произойти. Однако в результате он получил первую, пусть и не очень качественную, пластину карбида кремния. Когда мы стали разбираться, сделали хорошую установку, сделали чистые условия, и избавились, вакуум сделали хороший. Никакого карбида в этот момент у нас не выросло. И мы поняли, что у нас в этой установке просто был воздух. И воздух окислял углерод и превращался в СО. СО – это обычный угарный газ, которого все боятся. Этот угарный газ, как оказалось потом, отменно реагирует, отлично, значит, быстро и эффективно реагирует с кремнием, с превращением в карбид кремния. Таким образом, почти случайно команда Сергея Арсеньевича открыла новую реакцию, тонкости которой еще предстоит изучить ученым со всего мира. Но наш герой не останавливается на достигнутом и вместе со своими коллегами разрабатывает технологию промышленного производства карбида кремния. Установка была разработана полностью нами. Вот здесь происходит нагревание материала. Температура очень высокая, это порядка 1250-1300 градусов Цельсия. Важно очень точно и тщательно поддерживать параметры роста. В противном случае качество пленок этих будет не очень хорошим. В
Вот наше основное оборудование, на котором мы делаем большой карбид кремния, больших размеров. Здесь точные датчики, которые контролируют давление, расход газов и температуру. Здесь впервые в мире мы сделали как раз пластины на 6 дюймов, то есть 150 миллиметров в диаметре. Вообще можно начинать массовое серийное производство карбида кремния. Совершенно фантастический потенциал у этого метода. Я сам до конца не понимаю. Некоторые моменты открываются неожиданно. Приходят люди, у меня возникает идея, так это же можно нашим способом сделать. То есть происходит, по сути дела, открывается революция ростовая. Например, хотим карбид кремния на сапфире вырастить. Мы уже это пробовали, получали. Значит, нам не нужна кремниевая подложка. Мы берем, напыляем кремний на поверхность сапфира и дальше нашим методом отжигаем в ЦУ и получаем на нем слой. Конечно, в такой особой отрасли, как микроэлектроника, необходимо тщательно контролировать качество продукции. И Сергею Арсеньевичу в лаборатории Института проблем машиноведения удалось собрать уникальное оборудование, которое позволяет досконально исследовать полученные пластины карбида кремния. Мы исследуем эту пластину на ее состав и свойства, и качество. Мы доказали, что наши пленки являются очень хорошего качества и приближаются по качеству к монокристаллическому карбиду кремния. Этот прибор позволяет измерить состав пленки и упругие напряжения, которые возникают в слоях. И мы точно, как отпечатки пальцев, можем определить, что это за состав, какая пленка и какого она качества. Если на нашу пленку нанести нитрит галлия, на начальной стадии на нашей пленке образуется зародыш нитрида галлия. Он представляет собой гексагональный многогранник. Нитрит галлия на них тоже растет практически очень хорошего качества. Но сейчас видно, что пленка наша практически не напряжена. Практически, значит, радиус кривизны довольно большой, и это означает, что напряжение практически в пленке отсутствует. Она полностью готова для использования. Перед командой Кукушкина и другими учеными открывается целое поле для исследований в самых разных областях. И даже наш герой не до конца понимает, куда его открытие может привести ученых. И мне, конечно, интересно исследовать новые свойства, которые возникают. Многие мы даже не знали. Мы вначале не знали, что у нас, например, фотоэлектрические свойства возникают. Вот буквально несколько дней назад мы открыли, что у нас желтый свет по одному реагирует пленка, а ультрафиолетовый совершенно меняет знак, и все и меняется. То есть там обнаружен новый эффект. И вообще ряд новых эффектов буквально месяц назад мы обнаружили. Поэтому я даже не знаю, что может произойти. Это новый материал, который должны изучать уже другие люди. Меня и моих сотрудников уже недостаточно, не хватит. Команда питерских ученых создает материалы будущего. Их открытие – настоящий прорыв в мире современных технологий. Возможно, именно оно сможет вывести электронику на новый уровень.